пока я тут мою пол, покажу вам, что сделала Юлия Сергеевна. Всем привет, привет, YouTube. Солнечная Турция на проводе. Смотрите, как я уже научилась закрашивать нависшее веко. Ну и, конечно, из-за укола красоты, типа, в скобочках. Видите, немножко поднялась вот эта вот мошонка. Я перестала красить стрелки. И вот это вот я тушую теперь. Здесь красное, потому что... Здесь красное, потому что нос натерла у меня сопли. Вот Юлия Сергеевна, смотрите, за 15 минут. Я говорю, как можно снять рецепт? Вы говорите, рецепт в студию. Как можно снять рецепт, если она только достала муку, я зашла, тут уже пельмени. Я говорю, почему мы еще не открыли студию производства пельменей? Конечно, я сейчас быстренько протираю пол. И на совете директоров мы вчера решили, что нам надо куда-то пойти. Погода, кстати, шикарная. Единственное, что вот нос забитый. Погода просто шикарная. Это не секрет, это все знают. Ну, какой толк от вышки, если не знаешь пароль? Товарищи, посмотрите на эту погоду. Это сейчас уже послеобеденное время. Весна, веснушка. Юлия Сергеевна, покажите, какая вы красивая я сегодня. Я вышла, испугалась. В бакфортах повернись. Теперь я больше не боюсь. Да, весна, веснушка, я же говорю. Все. Коты уже вон, смотрите, на машинах ждут своих невест. Ну, не везде, и там, и сям. Они так беззаботно ходят по вашему городу. Что за офис? Тут всякие разные приколы были. Ну, что-то они тут делают. Кофе? Нет, нет, не кофе. Вот кафе реально. Мы идем гулять, девчонки. Просто погода хорошая, подышать воздухом. Так, животы втянули, лопатки соединили. Я ничего не хочу, я наелась пельмени так. Видишь, мусор, я заметила, девочки, мусор выбрасывают, они мусор не фасуют. Я видела, мы ходили там сырые, смотрели. А потом ходят люди, которые, они ходят, видите, вот в мусорку залез, и он фасует, он пластику забирает, и потом, наверное, где-то ее сдает. Я говорю, я, блядь, просто отдыхаю, я просто, скажи, Сергеевна, да, тебя ничем не удивишь, но ты, но ты, конечно, в улыбке. Скажи, да, ты заценила, да? Вот это я понимаю. Я же говорю, я, знаешь, не люблю наглее меня. Но он переплюнул. Наглеет, да, да, да. Там такие сандалии, ботинки, это прям вообще. Там бронзовые стрейчевые штанги. Он как Фрюгер, это не Фрюгер, а это доктор Вертер. Марина, это а вы что-то за меня? Пойти за ним, я не знаю. А вы что-то за меня говорите. Я хотела познакомиться и поговорить с вами, чем вы занимаетесь. А, кстати, да. Очень артистичный. Через поле, девочки, смотрите, сколько людей. Повернись. Да, читает. Ровно спиной. Как я живот стянула. Ты видишь, что у нас здесь творится? Направо, направо. Мы не будем собачать. Вот тут собачки. Боже, какая погода. Девочки, градусов, наверное, 23 это точно. 27 есть. Там, не знаю. Но хочется... Просто такая погода, понимаешь, страшная, опять я начинаю. Я вот это не могу. Вчера ложилась в холоде, проснулась в жаре. Как бы я не говорю, что я себя как-то не так чувствую. Но ноги под землей, как будто земля ходит. Не знаю, потому что такие перепады, я извиняюсь. Вчера были руки холодные, а сегодня вот так нечем дышать. И жалею, что у меня дело мало. Люди приходят, отдыхают. Никто никуда не спешит, девочки. Это такое прям, вот смотришь и вообще... Деревья, да, и какие крупные. Как шапочки, ты видишь? Хвойные. Девочка в футболке вообще. Да, понятно.
Да, они вообще штуки. Февраль месяц. Да. Ну что, гулять, гулять. Скоро 8 марта, да, Юлиана? Скоро 8 марта. А после того и Рамазан. А, кстати, девочки, вы мне писали, что типа я была в Рамазан, и ничего. Я не была в Рамазан, я приехала 18 апреля первый раз в Италию, в Турцию. Слушай, у нас там есть Курбан Байрам, еще какие-то кандилы праздники. Они просто не знают, услышали. Не, они говорят, что я в том году была в Рамазан, а я приехала как раз, когда он закончился. 18-го я приехала. Возможно, я тебе еще говорила, что праздник. Да, да, я приехала 18-го. Как раз начались свои праздники после этого. Так стоит и в маечке. Видите, это не только Брон в маечке ходит. Даже мужчина, видите, футболочка и маечка под низом. Это такая культура, наверное. Маечка в трусики заправлена. Все как надо. Если такая погода будет, можно выезжать спокойно загорать. Просто. А, да, кстати. Видишь, а я иду, ничего не вижу. Столик в тенечке, да, да. И кошаков около них, наверное, что-то едят. Боже, как ты все замечаешь, Сергеевна, да? Что-то распустилось. Девочки, у меня скоро день рождения, мне в этом году 4-9. Вау, капец. Вот смотрите, видите, он сидят себе, медитируют. Это по парку разъезжает. Это клуб кар, да, это, наверное, которые здесь работают. Это выборы какие-то. Какие выборы? Они один с тобой покупают. Касса открыта. Театр. Вон девочка в юбке, смотрите, а вы потом пишете на нас. Это помните, как показывают турецких мужчин красивых? А вот вам реальность. Вот они. Нет, вот они. Это партии разные, помню. Во всем сереньком, видите? Воду, смотри, Юля, продают семечки. А, кофе предлагают. Ладно, никто не орет, да? Так все спокойно. Туда нам, туда. Да, да, да. Не рви. Я не рву, вон, видишь? Да, 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 начинают шишки расти. Все, девочки, весна, в общем. Открываем в этом сезоне, поем о Робинзоне. Да, вот тоже на иголочке. Видите, прорастают молоденькие отросточки. А вон и маргариты. Я вам снимала уже в Италии, вон, смотрите, маргаритки. Ага. Капец погода. Это просто настроение. Нам туда, да, Юлия Сергеевна? Расскажи же девочкам. Папа долетел, все хорошо. Мы на связи были, да? Да, все отлично. Всем привет передавали, сказали, что все хорошо. Сказал, будем жить. Вон тоже, смотрите, цветочки. Сказал. Подарки уже раз это самое. Ой, да, подарки уже раздал. Там еще шоу-тренер в Стамбуле, Инна. Это его дочка. Да, да, да. Юля передавала подарки еще. Конфеты. Кофе. Кофе, да. Турецкие. Мариуполь же там тоже передала все. Знакомым. Да, вот еще в Британии ехать тоже пиццу передать всем все. Короче, класс. Смотри, какой шоу-тренер. Да. А что там происходит? Как? Мы будем там что-нибудь происходить. Я привела тебя, знаешь, да? Ой, что-то там. А, это желтые просто листочки. Думала, какие-то тоже ягоды на дереве. Это дети, наверное, настроили, играли. Это тоже такой себе. Наверное, свадебный совет. Видишь, кольца. А, да, да, да. Мужчина сидит, в ЗАГС ждет очередь. Он ждет невесту. Но она не пришла. Ну,
не расстроился? Он жует себе. Что расстраивается? Еще одна придет. Их тут много. Девочки, Анюткины глазки, вы не поверите. Это моя любовь. Это самые мои любимые. Я, помните, выращивала на кухне на окошке вьющиеся? Это, кстати, не вьющиеся, это вот как у моей бабушки. Сфоткай меня, я сяду. Обалденно. Я думаю, а что за шар, Юля? Говорит, это жемчужина Турции. Жемчужина Турции. Боже, все раздеты идут. А я думаю, что за шар? Думала, это мир. Мир. Миру мир. Ага, молодец. Боже, какая чистота, представляете? Так у нас город маленький, пизда чистый. А здесь попробуйте такой миллионник очистить так. Интересно, он весь такой или это вот потому что центр такой? Ой, фиалки сейчас, живые фиалки на столе, да ладно. Не, не живые, но все равно эстетично. И самовар наш такой, похож на наш. Чай стоит на Алсанджаке 40 лир, я вам говорила, да? Ты здесь хочешь посидеть? Боже, Юлия Сергеевна, ты посмотри на эту красоту. Вау! Нифига себе! Сказал я себе, это шедеврально. Посмотри. Боже, сколько шоколада. Ассортимент, девочки. И, кстати, вы когда пишете, Марина, вы так всему удивляетесь. Я радуюсь всему. Почему нет? Я что, каждый день хожу в такие заведения? Очень красиво, но энергия скучноватая такая. Очень официальная какая-то энергия. Ну, симпатичненько. Сидушка есть для этого. Так, спины выпрямили, лопатки соединили. Ну что, идем в другое. Я не знаю, мы не простаны. Пойдем туда, ближе к центру. Нет, здесь красивые те самые. Там есть, знаешь, магазин с кончиком. Платье, ага. Девочки, в голове играет это. Кто смотрел Сарайма 24, я не смотрела. Я смотрела отрывками то, что мне попадается в ТикТоке. Анна Лиза, сразу говорю, вообще не зашла, вообще не поняла, о чем песня, про какие-то резанные вены, вообще просто. Ну, ритмично все, но мне не зашла. А вот Рики и повары мне зашла. Вот это хит, бляха-муха, и 70, ей 78 лет. Посмотрите, кто не смотрел, выглядит потрясающе. И, конечно, энергия у бабы, у женщины, прошу прощения, просто нереальная. Вот их мелодия мне зашла. И так и Биг Мама, женщина эта полная такая. Очень провокационный у нее был вид внешний. Тоже зашла. А по остальным не могу вас ориентировать, еще всех не виделась. Никак не могу собраться. Смотри, сколько шаров. Давайте перейдем налево. Отлично. Какая машина раритетовская. Вау! Попала в камеру. А что это за машина? Это ретро. Шевроле, говорит. А здесь мы были с тобой. Мы здесь были. Но я здесь точно была. Лиза, она что-то покупала малой. Видите, смотрите, там кафе полупустое. Здесь посмотрите, сколько людей. То есть это говорит о том, о чем, что здесь больше энергии.
парфюмерию. А мы здесь были с тобой, по-моему. Мы ходили с тобой здесь. Ты, по-моему, здесь Лакосту мне брала. Ланком брала. Ланком, Ланком. Вот кактусики, цветочки, да. А здесь что? Для кухни украшения на кухню, видите? Маму и детский сад. Ой, какая красивая коробочка. Мама в детском саду. Глянь, какой чайник. Да, вот, кстати. Да, я сниму с той стороны. Зеленые радости. Вот это да. А посмотри, какая это. Вешать кружечку, да? Подставочка. Девочка. Вешать. Боже, Юля, я сегодня не о том думаю, а ты, короче, все замечаешь, такие мелочи. А вот компот пить. Для... А вот утница. Смотри, какие можно... кручу-верчу. Трости, трости. Смотри, трость для какого-то зонтики модненького. Какие, смотри, с тростями, какие зонтики. Так, а вот здесь посмотри, какой. Ну, я ж тебе говорю. Да, вот это вот так. Да. Они и жили. И картина, напоминающая Италию, смотрите. Короче, девочки, гуляем просто вот так вот. Все, что вижу, то пою. Видите, стразы везде, а вы мне говорите, везде понаклеивали. И в два раза уже, о, шляпочка такая. Молодец, хорошая шляпка. Тоже отрастают кактусы. Очень круто. Возвращаемся, да? А вот, смотрите, еще какая машинка, девочки. Похоже на бобик. А это джип? Вау! Да ладно. Я помню, мы в 90-м ездили на джипе. Или я путаю? Мы ездили на джипе? Или не было тогда? Были, да? Ну, я ж не разбираюсь. Я помню. Но ты ездила, а я с тобой ездила. Скажи, я даже не знаю, я в таких машинах сидела вообще. Потом угнали на шпитку. Да? Серёгу угнали, да. Угнали, да, Юляня? Капец. Мой любимый цветок — мужское счастье и женское счастье. Но это не женское, вот оно мужское в разном цвете. Девочки, смотрите, какая прям брошь. Маха-муха, смотри, это кольцо, машинка. Прикинь. Это ж кольцо на руку. Я заказала, девчонки, кольцо себе с тортиком, и оно не пришло, прикиньте, по интернету. Или же оно пришло в маленькой посылке вместе с маской, и я не посмотрела и выкинула коробочку. Я вот заказывала прям типа колечко, и там типа кусочек тортика. И видно, она... Это с машинкой, да, прикол? Вообще класс, вообще. Пока спроси, сколько стоит, интересно. Ну, спроси. Никогда арбуз. Араба. Араба. Никогда. Сары. Ага. Сары араба. Эвет. Гермидин, да? Сколько? Доку? 990 лир. Гиви. 1000 лир. Ага, оно того стоит, оно шикарное, да. Паучки тоже вот эти классные, смотри. Потому что оно эксклюзивное, поэтому оно и стоит штука лир. Но мне жалко. Я думаю, что моя мне пришла, но я выкинула коробку, не посмотрела до конца. Да, пусть висит ее. Ого, какие тяжелые. А, они вот здесь с этими. Ага. Я ж без очков не вижу нифига. Короче, всего много. Мы ж девочки. Мы все видим. Да, сейчас увеличиваем.
Ты увеличила, да, не видела. И он с камнями, сиреневыми. Угу. Тяжело. Вот эти вот, смотрите. Вот это шикардос. Смотрите, как оно сделано, ручная работа. Интересно. Боже, они прям сделаны из ниточек. Такая ювелирная работа. Да, есть что посмотреть. Вау, Юля, зачем ты мне это показала? Я хочу вот ту. Да, фиолетовую. Офигеть. Прикинь, это ж ручная работа тоже. Так, так можно самим сделать. Можно цветы купить искусственные. Купить искусственные цветы и тоже, видите, девки, как глаза это. Животы не втягиваются. Ну, так его можно саму, видишь, обыкновенная шляпка и... Да, цветы надела, но все равно она просто что сделана, наверное, аккуратно. Ну да, классно. Жалко, что она их наверх повесила, так бы она их продала. Их надо на витрину. Все, идем. Здесь обручи всякие разные на голову украшения. Девочки, живот не втягивается. Я не знаю, почему не втягивается. Вообще, я еще штаны постирала, они на меня сели. Это вообще просто, штаны просто сели, стали маленькие. Как-то собирается нам от ней непонятно. Но они сейчас разносятся. Не, ну смотрится красиво, необыкновенно. Вот синие больше нравятся, конечно. А сколько он? Сейчас учим тебе. Он прикольный, вот, только понятно, не красный, там синий. Что, бордовый, знаешь, интересно. Мави. Мави? Мави. Да. Что, бордовый симпатичный? Ну, Марина, ну это я не люблю такие старые цвета. О, вон доктор. Смотрится интересно. Знаешь, как бардачок на мотоцикле. Да, я тебе говорю. Спорт не очень, не очень. Нравится? Бери, Юля. Да, мне нравится. Бери. Думаю, вот синий, синий, конечно, синий. Ну, а что я буду ходить в черный? А у тебя там, синяя, да, безрукавка. А у джамашка. У тебя синяя кофта. Не, мне эта роза понравилась. Мне. Боже, какая красота, посмотрите. Если мне нужна была деталь красная в этот зал. Не надо, мы еще не подумали о детали. Ну и что? Ничего страшного. Синий, да? Ну, тебе нравится синий, у тебя кофта синяя, у тебя безрукавка синяя. Нравится. Бери красный под губную помаду. Возьми два вон зеркала, подойди к зеркалу, дай подержу куртку. Давай я куртку подержу. Подойди к зеркалу с двумя. Ну, красный, конечно, акцент на себе больше дает. Поверни его. Не надо думать, что как детский. Ну, сейчас нету такого разделения. Ты, ну стоит он не по-детски, поэтому в смысле, это ж не детский магазин. Бери ты сама. Форма, что у меня в основном темная, но красный тоже как-то. Юль, бери красный, если тебе нравится. Вот у мальчика спроси, они скажут, какой такой возьмем. Вот у молодых людей спроси. Красный, да? Не знаю, я тоже. Кирмезы, да? А что, красный это кирмезы? Да. Видишь, я выучила новое слово.
Надеюсь, я его запомню. Я как бы на него глаз упал. У меня зал. Я же все красное, ты не поняла. Ну какого. Все. Давай, шо. Дайте пора верды. Боже, я же засыпать стала. У меня же глаза слипаются. Но у меня еще давление идет на глаза от этого, от того, что я приболела. Ну все. Да, потому что, ну, кирмызы, да? Черная, быстро закинула, спортивная. Кирмызы, ты знаешь. А да? белый биас. Это меня барон научил, да, биас говорит. Я купила белый биас. Нет, белый, пусть будет красный. Ну ты что, на весну сейчас. Яркий, хороший. Держи, у тебя такая куртка тяжелая. Одень ее. С Киева, здесь она была. Если одевай. Если Юля, она может не знать. Что одевать? Я хочу сладкое. Ну мы же идем туда, ты сказала. Пошли, может, в то кафе. А нет, какое кафе? Ну и ты у меня спросила. Вот там. Идем пахлаву жрать. Нет. Ну как, куда ты скажешь, туда мы и повернем. Я ж откуда знаю, Сергеевна. Какие груди пошли. И задница такая огромная. Ага. Туда возвращаемся, да? Да. Прикольно там, другие. А пахнет она супер, молодец. Умничка, слышала, да, как там? У меня нос заложенный. Вот так, запах. Видишь, какие папашки пошли? Мне, да, не хватает запаха. Нет, у меня нос заложен, я не чувствую. Вообще? Ну, заложено. Я в заложниках от запахов. Я, кстати, с Юляшей сплю две ночи уже. Так интересно, первую ночь с ней спала, боялась подвинуться, потому что я сплю. Она спит, как эмбрион ты спишь, да? Позэмбрион. А я сплю в позе звезды, мне надо ноги расставить. Нет. И на животе только. Когда мне жарко, я сплю на спине и руки назад у меня, плечевой сплю. Я не могу исключать, так мне до руки туда наверх. Ну, а я только на животе исключительно засыпаю. Но сегодня я прям так спала, девочки. Такое одеяло. Надо было давно. Была такая волокна такое было теплое. А в первую ночь я с ней замерзла. Нет, просто там не хватало. Слушай, ну мне понравилось с тобой спать. Ты маленькая, места мало занимаешь, да, хорошо. И самое главное, никто не храпит. Да, да, да. И одеяло было хорошее, и подушка удобная. Я прям сегодня кайфанула. Прям вообще. Так животы втянули, лопатки соединили.